Всем привет, друзья! Это озвучка новой перерисованной 150-й главы манги «Ван Панчмана», в которой нам показали битву Сайтамы против короля монстров Орочи совсем в ином свете. В новой главе Мурата лучше раскрыл их битву и самого короля монстров Орочи. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк этому видео. А с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Эй, так это ты тогда своим червяком размахивал, да? Я живу прямо над вами, и вы слишком громко шумите, поэтому я пришел пожаловаться. Но теперь ты на драку нарываешься, а? И ты тут за главного? Я надеру тебе задницу. Что? Что это, испускаемое этим человеком? Странное давление. А? Чего? Даже бродяга? А? Убежал? Что ты сделал с бродягой? С ним? Это что, твой питомец? Он себя плохо вел, так что я ему хорошенько врезал. Правду говорят, собаки и их владельцы ведут себя одинаково. Неужели та разрушительная ударная волна ранее? Ну, естественно, теперь все встало на свои места. Это был он. Он – загадочное существо, одолевшее многоножку старейшину и Гокетсу. И он же... источник слухов на поверхности о монстре города-призрака, а не мы. Я рад, что встретился с тобой. Я ощущаю каждой клеткой монстра внутри меня. Этот человек – идеальная жертва для моего возрождения. Больше нет нужды скрывать под маской мой истинный облик. О, маска? Ты снимаешь ее, подобно солнцезащитным очкам перед извинениями? Я хочу поговорить с тобой наедине, но не здесь. Я проведу тебя внутрь. Ох, горячо! Что это за место? Добро пожаловать на сцену моего возрождения! А? Так это твоя ванна? Какая наглость! Это обнаруженное мной старинное святилище. Даже родителю неведомо это место. О, у тебя есть родители? А ну зови их сюда, я выскажу им все, что думаю, и пойду домой. К сожалению, я не могу этого допустить. Король монстров Орочи, подчиняющийся Гёро-Гёро, был специально избран среди сильнейших, чтобы пройти через обширные эксперименты по слиянию и боевые испытания, что и привело к его необыкновенному превращению и развитию как монстра. Благодаря жертвам он приобрел силу, однако скоро... жертв, которые приносил Гёро-Гёро, стало не хватать для удовлетворения Орочи. И однажды он по наитию начал копать вглубь земли, желая выкачать энергию напрямую из глубочайших недр.
за место? Древние руины? Что это? Монстр, изображенный на древней росписи, выглядел так же, как и Орочи. Хотя древние письмена должны были быть непонятны ему, каким-то мистическим образом он мог их прочесть. Пересеча бескрайние просторы времени, наш бог возродится на этой земле, когда на этом алтаре ему будет принесена достойная жертва. Я осознал волю небес. Мне, обращенному в монстра в результате экспериментов, была уготована судьба стать богом. С тех пор я и носил маску, притворно подчиняясь Гёро-Гёро. И пока я убивал принесенных мне жертв, я продолжал искать ту, что была бы достойной. До сегодняшнего дня! Серьезно? Судьба привела тебя прямо сюда, уготовив тебе роль жертвы. Ну же, настало время моего очередного боевого испытания. Сразись со мной и отдай мне свою плоть. Сейчас я начинаю церемонию воскрешения злого бога. Ни хрена себе! Ты что творишь? Ну все, я привык. Да уж, сосед, а я ведь как раз испачкался во всей этой грязи и саже. Вот я и решил, увидев, как ты тут принимаешь ванну, что было бы круто и самому ее принять. И я был прав, она крута. У тебя мыло случаем не завелось? Жаростойкого, естественно. Что не так с этим человеком? Итак, о чем ты там болтал? Вроде что-то о том, какое у тебя офигенное джакузи, а? Я и не ожидал от тебя меньшего. Я должен выложиться на полную с самого начала. Поглошу энергию напрямую из земли и выстрелю ей в него. Серьезно? Я уже не могу и спокойно помыться? Прием из серии серьезных. Серьезный водяной пистолет! Я лишь преподал тебе урок, который твои родители должны были уже давно преподать. Не плескайся в ванне. Но водичка была хороша. Спасибо. Я чувствую себя гораздо лучше благодаря тебе.
Нет. Мой алтарь посыпается. Мой алтарь осыпает. Пророческая роспись, чья полная картина была доселе скрыта, вновь обнажилась в недрах земли.